тут такой заросший уголок. Но красивый. Да, ты здесь отдыхаешь от жары. Молодец. Да, отдыхаешь. Хороший мой. Да. Да, да, да. Дай меня здесь заснять. Вот это. Ромашка будет высокая, красивая, белая, но очень высокая она. Не знаю, как правильно называется. Читала в интернете, но забыла. Вот на солнышке бузульник, по-моему. Нет, не бузульник. Забыла, как тоже называется. Желтыми метелками цветет. В тенечке хорошие листики, не привядшие. О, он уже и туда пошел, за забор. Ой, а здесь-то я даже не видела. Вы посмотрите, сколько ландышей. Это я с этим перенесла сюда. А тут столько ландышей. Да какие они красивые. Смотрите, что делается. Я даже не видела, что здесь ландыши у меня. Я сюда редко когда захожу. О, красота какая. Да. А здесь у меня астильба. И лилейник. Но они здесь не очень хорошо цветут. Наверное, им солнышко маловато здесь. Потому что здесь у меня типа лесной уголок. Вот как папоротник уже распустился. Так. Тут у меня любят очень чубайс обитать. Так, вот еще у меня здесь беда. Поздно я схватилась. Вот. Вот эти вот надо вырезать и сжечь. Вот. Это тоже, видите, это муха малинная. Сейчас я подкроюсь хорошо. Так, что-то у меня лист затенил все. Так. Выдирать надо их. Ой, вялые. Это же все муха. И смотреть надо, чтобы здесь вот хода не было. Если ход, значит он в землю ушел. Вот, видите, в землю ушел, зараза, опоздала я. Вот так. Редко захожу сюда. И вон тоже. Зараза, в землю ушли. Так. И здесь они все у нас повалились. Вот и не будет побегов новых. Видите как? Вот эта зараза у меня в малине. Ничем ее не вытравишь. Вот это мы сожжем сейчас. А он же ушел в землю. Это значит, что он опять будет. На следующий год.